13 июня у омских студенческих отрядов официально начался трудовой семестр. По давней традиции представители строительных, путинных, сервисных отрядов вожатых и проводников пришли к памятнику труженикам тыла получить последние инструкции от своих наставников перед грядущим трудовым сезоном. Главной задачей этого года станет, несмотря на кризисное явление, стояло перед штабом сохранить численность трудоустроенных. На сегодняшний момент это выполнено, и мы думаем, что даже будет относительно небольшой прирост, но он будет по итогам года. Это главная задача. Ну и главное, ребятам желаю удачного трудового, бестравматичного сезона, заработать хороших денег и получить отличные эмоции в 2015 году. С началом трудового семестра поспешили поздравить студотрядовцев глава региона Виктор Назаров и министр спорта Александр Фабрициус. Омский областной студенческие отряды – это сегодня лучшие отряды в России. Сегодня соблюдается не просто принцип хорошего труда и отношения к своему ответственному делу, но и принцип преемственности. Сегодня пришли вас поздравить и побыть вместе с вами действительно те, которые и раньше вас и закладывали эти традиции студенческих строительных отрядов. И сегодня уже кто раньше работал и был таким же студентом, как вы, сегодня уже выступают в роли работодателей и дают работу следующему поколению. Мы очень горды, что наша Омская область имеет отличие и от президента, и от председателя правительства. И мы строили сочинские объекты, которые мне, как министру спорта, очень приятно, что там был вложен наш труд омских студентов. Поэтому ребятам хотел бы пожелать успехов и достойно представить Омскую область на третьем трудовом семестре. Отправятся омские труженики в этом году во все уголки нашей необъятной. Здесь у памятника вожатые получили свои путевки в детские оздоровительные лагеря Черноморского побережья и Московской области. Для путинных отрядов нынче появилось больше рабочих мест от новых работодателей – рыбообрабатывающих заводов. Гордость областного студотряда – омские проводники, как и раньше, составят серьезное представительство федерально-пассажирской компании ОАО «РЖД». Ключевыми работниками на объектах федерального значения, как и в прошлые годы, станут омичи-строители. В конце июня они отправятся на космодром «Восточный». Мы ожидаем кучу эмоций. Мы хотим сплотить отряд. Хотим достроить уже космодром, ведь освоение космоса – это будущее. Мы будем работать плотниками-бетонщиками, то есть будем закладывать фундамент. А в начале июля строительные отряды отправятся на работу в тяжелых условиях – в Заполярье на месторождение Баваненкова. Условия действительно сложные. То есть, ребята, я сразу предупреждаю своих ребят, что лето вы не увидите. То есть, ну, хотя, опять же, там может быть и тепло, может быть и холодно. В позапрошлом году было плюс 30, а в прошлом году плюс 5 максимум. А что за работа вас ожидает там? Мы устраиваемся как дорожные рабочие третьего разряда, так же, как и в прошлом году. Ну, это дорожные работы, то есть это кладка плитки, возведение откосов, бордюры. Все в этом роде. 11 студенческих отрядов начали свою работу еще 1 мая. Завершится же семестр в сентябре, когда омские трудовые бойцы вернутся домой.